В воскресенье в Самарской области сохранится жаркая погода, малооблачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 32, плюс 34 градуса, ночью 23-25 выше 0. В Сызрани малооблачно, небольшой дождь. Днем плюс 33, ночью 22 выше 0. Юго-восточный ветер 5 метров в секунду. В Тольятти небольшая облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 33 градуса, ночью 25 с плюсом. Ветер южный 4 метра в секунду. В Самаре ясно, без осадков, днем плюс 33 градуса, ночью 25 выше 0. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду, атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 31%, температура воды в реке Волга 25 градусов, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.